26 ноября по всей стране прошел тест по истории Отечества. Это часть федерального проекта «Каждый день горжусь Россией», который направлен на патриотическое воспитание жителей страны. На территории округа акция прошла в Неси, Нижней Пёше, Оксино, Оме, Телевиске, Харуте, Шойне, Харивере, Красном, Каратайке, Коткино и Амдерме. На одной из самых многочисленных площадок, где проверяли знания по истории наринмарцы, побывала наша съемочная группа. В своих знаниях второкурсник Антон Притыка не сомневается. Каждую свободную минуту он уделяет любимому занятию – изучению истории своей родины. Для меня они были несложными. Я историю люблю, и мне нравится изучать ее. И хоть свою судьбу он хочет связать со спасением человеческих жизней, мечтает стать пожарным, говорит, про историю все равно не забудет. Мне больше нравится профессия пожарного. Я сейчас на него учусь, и я хочу в будущем стать пожарным. Нравится писать, помогать людям. В рамках проекта «Каждый день горжусь Россией» проведены два масштабных исторических тестирования в 2015 и в 2016 годах, участие в которых приняли более 320 тысяч человек из 33 стран. По предварительным подсчетам, в нашем округе желающих проверить свои знания отважились более 500 человек. Мы рады, как депутаты, что молодежь интересует этот вопрос, поэтому это одна из форм как раз объединения, самоидентификации россиян как нации. И, как говорил Ключевский, только тот народ, который хорошо знает свою историю, достоин великого будущего. Задания теста разрабатываются профессиональными историками из Московского государственного университета имени Ломоносова. Каждый из составителей имеет исследовательский опыт и опыт преподавания в образовательных организациях. Кроме того, задание можно было выполнить онлайн. Тест можно пройти на сайте в сети интернет, сайт kdgr.rf. Тест сегодня проходит третий раз, я так понимаю. Тест включает в себя 40 вопросов, 40 минут дается на ответы по этому тесту. И цель ориентирована у нас на популяризацию патриотического воспитания среди населения нашего округа и в целом вообще России. По результатам проведения теста будет сформирован аналитический отчет, в рамках которого будет дана оценка уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации и наринмарцев в частности. Результаты всероссийской акции станут известны 10 декабря. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».